Das raus. Так, ребят, всем привет. Сегодня будем делать первый запуск Resident Evil. Время без 15:03. Честно, сам немножко подсираю, блин. Ну давайте попробуем. Что за игрушка, все хвалят. Привет. Так. Поехали. Честно говорю, я в нее еще не играл. Уровень сложности легкий. Отличные новости, я скоро вернусь домой. Я так понимаю, это наша девушка или жена. Я просто в первой части не играл. А, муж, значит, она жена. Скучаю по тебе. А, на работе. Еще поцелуй. Пока, детка. 18 мегабайт поцелуев не настало. Так, потише иду. Ну, так, вот первого поставь. Господи, что происходит? Stay away. Не приезжать? Ах ты шлюха. И чё? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's me. She's not dead, she's alive. She's back. They found her. How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dolby. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Мы можем двигать камеры? Неплохо. В мокасинах такой мажик. На автомате. Неплохо. Угу. This is the place. Это здесь. Что здесь? Так. Я так понимаю, нам по полям куда-то идти надо. Комары, лягушки. Лужи. А, вот он, домик. Проверьте поставленную задачу. Найдите Мию. Хорошо. Сейчас мы найдем. А, на shift побыстрее, да? Угу. На F. Ну, конечно же, он закрыт. Дом, с которого никто не выходит. И чё он мне?
Почему я говорю все время? А, это звонок есть. Угу. И чё, без ответа? Отлично. Отлично. Подожди. По-моему, тут не было этой тачки, когда я сюда шел. А, я оттуда шел, с другой стороны. Ты что-то снимали или что это? Присоединяйтесь. 27 серия, он говорит. Угу. Отлично. Прими ее дар. Что происходит вообще? Графика вообще шикарная. О, мужичок какой-то. Ну, подкинь. Где он? Куда он так быстро ушел? Вороны. Ух ты, блядь. Что-то мясо, смотри. Че, это корова? Я не знаю. Какие-то ноги. Смотри. Ни хрена себе. Це присесть. Оп. Там что-то все тут палит. Тут-то можно упасть, наверное. Или нет? Спрыгнуть просто. А, тут еще домик, смотри. Сюда кто-то падает. Внимательно осмотреть. Водительское удостоверение, Техас. Угу. Открыть рюкзак. Сообщение от мира, распечатать электронное сообщение, да, что не. Я слышал звук. Кто-то, по-моему, есть. Ладно, не очкуй. Да блин, я очкую. Еще оно еще и темнота как-то. Мне это вообще не нравится. Это же микрофонарик, вот, который я не вижу, что тут происходит. Ну, сейчас увидишь. Ну, мне, скорее всего, это не надо. Ты так уверен? Ну, да. Ну, наверное, как-то надо в дом попасть или что? Или, может, как-то обойти? Качели. Нет, да, не идет. А, вот там что-то открытое с фонариком, смотри, где-то. Оп. Ну я сейчас не хочу сюда заходить. Ну надо. У тебя фонарик есть хоть какой-нибудь, дружок? Так. Ты можешь как-нибудь стучать? Что, можем хоть смотреть, что это такое? Он просто дышит, короче. Не пойму, так должно быть или что? Блин, ну все-таки куда-то идти. О! Какую-то дверь. Ого! Я куда-то попал.
Не, ребят, ну чуть поярче, мне кажется, сделать. Не, так огненнее ставь. Да чуть-чуть немножко. Не надо. Вон яркость. Прям оно чересчур темно. Нормально. Ну так. Ну, а хоть двери видно. О, самовар. Тут тараканы ползают. О, ты что-то сгнило. За меня никак никто не был. Водичка капает. Мошки летают. А здесь что? Фу, ворона тут. Не удивлюсь, если там кто-то дохлый лежит. Фа, плесень. Блин, жесть, это просто жесть. Это просто трэш, блин. Блин, этот человек пропал без за 2 года. Тут еще что-то есть. Говорит, блин, без пользования. Какой предмет? Ничего не понимаю. Как его использовать? А, это типа ключ там должен быть. А это так открывается. А это что это? Фотка чья-то или что? Я не знаю. Так, тут закрыто. Хорошо. Дальше? Пошли. Идем дальше. Что-то валяется. Мусора просто хламья, жесть сколько. А это что это? Лучше закрыть. Так. Полностью сначала лучше пройти. Ну, лучше в зеркала не смотреть после фильма зеркала. Закрыто. Смотри-ка ты. Блин, что-то мне еще пока ничего не было, у меня уже штачково жестко. Тут мы ничего не можем взять. Ну, пойдем наверх. Смотри-ка. Картина с завязанными лицами. Второй этаж. Мия, ты где? Я пришел за тобой. Еще начало игры какая у меня. А, вот. Это типа сохраняночка. Да. Видеозапись заброшенная дома. Окей. Значит, там что-то есть. Мы не можем посмотреть, нам надо найти какой-то видеопроигрыватель. Хорошо. Ну и куда дальше? Вот и снимем. Почему она была скрыта? Она закрыта. Она закрыта. Окей. Пойдем назад. А, тут еще что-то есть. Мать моя. Так, он не открывается. И ключей у нас, конечно же, тоже никаких нет. Не, его как-то открыто. Нет, нет, нет. Нам нужен ключ такой открыть. Блин. Не понимаю, что за просвет. Я иду туда. Оп. Что это за вспышка? Очкнешь? Вот, смотри. Я не понимаю, прям лезть в какую сторону. Что это сейчас за лаги сейчас происходит? Это лагает или так должно быть?
И как, кстати, отсюда выйти вообще? Что, вспышка будет где-нибудь? Отсюда, по-моему, нет выхода, да? Нет. Сейчас что-то вылетит, я тебе отвечаю. О, ну куда-то идем, смотри. А я тебе говорю, сейчас что-то вылетит. Нет, решетка. Паша, можешь молчать? Реально, мне и так стыдно, блин, жестко. Смотри, я не могу почему-то выйти. Да иди туда, где ты был. Иди туда. Нам по-любому туда надо. Да, вот. Смотри, подожди, оно моргает, давай посмотрим. Нет. Иди ты пей. Иди туда. Тихо. Там дверь, по-моему, прямо, да? Да не знаю, какая-то. Значит, нам направо. Вот. Блин, ну с такими вспышками вообще не могу понять, куда я иду, что я делаю. Ты понимаешь, что сейчас может произойти? Я понимаю, но мне же надо как-то дальше идти куда-то. Вот что-то сейчас стукает, мне вот это вообще не нравится. Стукает? Да. Да? Да, ладно, все, я хочу выйти. Все, по стриму. Я не понимаю, нет, я имею в виду выйти отсюда. Ну я не могу уже выйти, ты понимаешь, что я как-то слишком далеко зашел. Иди вперед. Опачки. А, все, вышел. Посмотри. Давайте фонариком посвечу. Вот почему оно так моргает? Ну тебе показывай дорогу, там все не темно. А прямо дверь закрыта. Наверное. Вот она. Да, закрыто. Оп, черт. Типа нас заперли, понял, в доме? Все, я ушел. Хорошо. Да? Да, я ушел. Ребят, ну сейчас мне мурашки по телу, я клянусь. Я, во-первых, не могу ничего использовать, у меня ничего нет. Хорошо, давай еще пройдемся. Может, мы что-то пустили, может, ящики открыли не были. Тумбочка нет, ничего там. Тут тоже закрыта тумбочка, это почему-то очень странно. Эти курики, мне кажется, они как-то открываются. Нет, 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 она подкрылась, потому что тебе я нажимала, они открывались сразу. Не, может тут типа как у мафии что-то делать надо. Замками. Ну нет, я предложил его взломать. Ну да. Хорошо, давай еще раз пройдемся туда. Ну да, там лучше всего, да. Тут хотя бы что-то видно. Так, тут еще раз. Вот эта хрень мы не можем ничего сделать. Здесь вообще дверь забита. Угу. Ну вот эта дверь почему закрыта? Ничего не могу сделать. Да? Да. И чё мне, куда идти? Жалко. Вот это вообще не могу понять. Не надо. Я не бить не могу, ничего не могу. Тебе всё-таки не... Обыщите дом, посмотрите видео, чтобы получить подсказки. А, посмотрите видео, чтобы получить подсказки. Тут точно, нам телек нужно найти. Тут был телек, не помнишь? Не знаю. Телек это тоже не наблюдаю. А на втором этаже? Он на втором этаже был телек. Или мы только тут кассет нашли и все. Тут ни хрена не было. Так, это сохранение. Гостевой домик. Зашибись. Зашибись, ребят. Я больше чем уверен, что нам надо, короче, туда идти.
Мне тоже так, конечно же, кажется, потому что больше идти некуда. Не, просто реально, больше ничего нет. Ну и чуть-чуть. И там как надо найти выход? Ну как я, блин, вообще там не понимаю. Там ждет сейчас сюрприз, мне кажется. Да меня вот здесь сюрпризы, мне кажется. Да, ну тогда иди. Почему здесь так темно? И тут уже ничего не моргает. Почему? Оп. Я понял, с вспышками идти чуть пройти. Что нужно? С вспышками буду ходить. Оп. Оп. Повернусь. Молодец. Что это? Блин, и что это? Подожди. Не, ну так-то не бывает. Тут четко есть дверь. Что происходит вообще? Не двигай сейчас. Ничего. Ну, как только я иду назад, все сразу становится в порядок. Может, у нас графой что-нибудь? Например? Например, что-нибудь с видео. Размытое движение, сильно понятная резкость, качество теней, динамические тени, рассеянное затеяние. Рассеянное затеяние. Свечение включено. Ну, соответственно, включено. Блики включены. Блин, я не знаю, что это все обозначает. А, вот. Типа темнее, светлее. Ну идти. Хорошо, если яркость чуть побольше сделать, может мы что-то не видим там? Ну все видите. Не, ну ты что, прикинь? Ну просто посмотреть там в дверях, ты чего? Вот. Ну что-то нет. Нет, ты что это? Иди вперед. Я иду. Иди как? Ну сейчас видишь, он даже дверь не показывает. Хотя она была раньше показана. Иди, иди. Ну, походи, погугли прохождение первой миссии. Ну, это реально, это либо что-то с компом, либо... Я не понимаю, что происходит. Давайте яркость на месте вернем. Первая у нас миссия? Да. Просто прохождение, иди и все. Что мы забыли? Что мы потеряли, ребят? Что происходит? И тут блики почему-то все равно ловятся. Вот. Resident Evil 7, да? Да. Извиняюсь. Ты чего меня пугаешь-то? Я сам испугался. Будь здоров. Спасибо. Ну, чесеться не остановили. Что такое?
что-то упустил, что я забыл. У нас была стена в комнате с телефоном. Стена в комнате с телефоном? Да. Была? Ну это типа где мы сохранялись, наверное. Смотри, короче, вот дверь начнем почитать. Дверь, которую вы сразу видите, когда выйдете из первой комнаты и повернете направо, теперь это демо-версия. Покрыта какой-то черной грязью. На столике лежит ключ от подвала, ящик левого могу содержать патроны. Нет, тут у нас ни топора, ни хрена нет, это не то что-то. Блин, это очень все мрачно и непонятно. Не можем мы так долго стоять на одной миссии, это что-то бредово какая-то тема. Я там был. Снова. Ну смотри, вот эти что-то спускаемся. Так. Внутри дома прихожая и шкаф. Запер цепочки, проходим на кухню. Здесь можно взаимодействовать с множеством предметов. Осматриваем раковину, микроволновку, холодильник. Кастрюлю на столе, газету на столе, справку по инвентарю. Дальше поднимаемся на второй этаж. На колонне есть кнопка открытия чердака, но она не работает. Справа за углом на столе есть видеозапись заброшенного дома. На службе для сохранения игры. Спускаемся на первый этаж, идем по коридору, входим в дверь справа, попадаем в гостиную. Здесь стоит пианино и телевизор. Спускаемся на первый этаж, идем по коридору, входим в дверь справа, попадаем в гостиницу. Подожди-ка. Входим в дверь справа. Так у нас нет по коридору дверей справа. Или может по этому коридору? Ну-ка, читай что там дальше. Спускаемся вниз, идем по коридору. Сейчас, подожди. Спускаемся на первый этаж, идем по коридору. Входим в дверь справа, попадаем в гостиную. Здесь стоит пианино и телевизор. Угу. На столике есть фото чьей-то пижамы и женских ног. На полу. Хорошо, а где дверь справа? Без понятия. В стене. Ни хрена себе. Ну все, давай дальше сам. И что я сейчас поднял? Понимаешь, что я даже не вижу, что я поднял? У нас сейчас по-любому с яркостью. Вот что у меня. Я вообще не вижу. То ли так должно быть, опачки. Выберите предмет для использования. Ты веришь, что должна быть кассета? Нет, тут должен какой-то датчик быть, по-любому. А вот пианинушка. Опа. Что? Ничего не было. Она почему-то закрылась. Смотри, как она слепит. Оп. А вот куда может кассета светить. Угу. Почему она так пропадает свет? Похоже, это владельцы. Отец с двумя сыновьями.
Ну, давай теперь кассетку засунем сюда. Может, постыкнем? Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Ты начинающий видеоблогер, да? This new guy? I'm not feeling it. А, я почему-то иду. Just don't be surprised if we have to make a change. Просто не удивляйся, если придется искать замену. New plan. Новый план. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Сначала смотрим изнутри. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Ah, it's just my sewer gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Неужели должно быть так темно? Угу. Это же безумие просто. Are we rolling? Ну что, мотор? Alright, let's go. Ладно, поехали. А, слушай, это дом, в котором мы сейчас. Get out of the way. Мы шла заходи, лампочка эта. It's locked. Заперты. After you. После вас. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Ну, он сюда пытался зайти, а тут видишь, что, тут стенки просто. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Блин, просто это жестко. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Пропавший семья. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. Отличная перебивка была еще здесь. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. Ботинки уже на испачку. Oh, shit. Блин, это, мне кажется, очень странно зайти к двум парням в какой-то странный дом, выломать двери Andre, и просто с фонариком ночью что-то здесь снимать в паутине и в говнище жестко. У нас братишка не попал. А, точнее, я еще тогда его с камеры вообще потерял. Clancy, you see where Andre went? Нет, я не видел, чувак, куда Андре пропал. Where is he? Давай только ты не пропадай, хорошо? Я буду тебя снимать. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Так, не пропадай, корешок. You stick with me. За братишку обидно. Не уходи далеко. Я рядом. Тебе говорю, сейчас я этого утащу. Либо. What the fuck was that? Нет, я не слышал, что это было. Блин, чувак, может, ты не будешь открывать эти двери? Пойдем назад. Андре! Да, он ушел вперед тебя. Тут нет телека, хотя мы здесь с телеком уже. Андре, where are you, man? Андре, мужик, ты где? Шутки. Блин, я не буду с него камеру отводить, ты он пропадет еще. What the hell? Какого черта? Камин или что это? You gotta be fucking kidding me. Это что, блин, шутка такая? Alright, new deal. Ни хрена себе, стыд, это ты. Найдем Андрей, свалим отсюда к черту, это гребаное шоу. Там тайник, походу. Блин, чувак, мне интересно смотреть твою жопу.
дырки в полу, смотри. You first. Ты первый? You need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Ты уверен, что я буду первый? Хорошо. Будь первым, будь первым. Бей первым, помоги. Нельзя посмотреть куда-то на полосу? А что там было? What do you see? Спускайся. What is it? Ничего там внизу, давай спускайся. Чего, блин, должен осматриваться тут один? Все хорошо, поднимайся. Идем. Блин, нет, мне нельзя подниматься. Блин, он стоит здесь. Кто? Вот, посмотри. Фак. Паш, выключи телефон, давай в двоечка, задолбал. Ох, Андрей. Это... Блядь. Там кто-то идет еще. По чесноку. Jesus. То есть сейчас мы должны открыть двери, похоже, и, кажется, идти туда. Ага. Блин, ну оно очково, я заметил этого парня, там мне реально стало страшно. Вот это было все там. Фак, я не хочу туда спускаться. У нас очень темно, очень. Честно, очень. Да не очкуй ты, давай. Да мне не очко, мне надо просто посветлее сделать. Мне ж не видно. Тебе не должно быть видно. Хотя бы. Он сделал, он тут написано, что кружка вообще не должно быть видно. Ну вот ты видишь хоть что-нибудь? Вот. Ну, огонь. Вот и все. Да хоть чужие доски видны. Меня теплики бесит, выключи. Пускай, так по кайфу. Тут газ какой-то, смотри-ка. Канализация какая-то. Поплыли. Фонарь в канализацию. Это, блин, здорово. Давай сейчас вода начнет подниматься здесь, мы тут утонем. Ну, а мы на улицу, наверное, выползли куда-то или что-то. Что это бурлит здесь? Да плыви ты дальше, не смотри на это. Ты такой хорошенький. Знаешь, как цыганный, блин. Так вот именно, если бы ты не смотрел, бы не было цыганным. Побыстрее, да, выплывать отсюда? Да. Не смотри, мы другую квартиру в этой перепутали. О, блядь. Фак. Что это такое? Ты туда всплыл. Да? Да. И он походу, дотронулся до него. Блин. Блин, зачем ты ночью начал это стримить? Ну, потому что ночью больше эффективности. Тут туалет, конечно. То есть, чтобы прийти в туалет, нужно пройти весь этот путь. Смотри, тут на реке были шприцы. Ты тут закалывался по-серьезному. Что это? Бен мертв. Обращена, мертв, мертва, мертвы. Слушай, нашей-то тут нет, малышки. Вот, у нас теперь есть болтарез, мы сможем потом шкаф открыть. У нас тут еще есть. В шкафу ничего. Тут все с досок, стены с досок, все из досок. Ух ты. Тут кого-то пытали. Фу.
И опять темнота, и опять какой-то сарайчик легкий. Или что это? Ты же обернешься, обернешься, а там? Там все должно быть хорошо. Блин, вот это, здесь я вообще оборачиваться не хочу. Я хочу идти только вперед, почему-то. А что ты открыл сзади? Дверка? Нет, там ничего не открылось. Иди посмотри. Господи, еще и телек потемнело. Нет, да реально можно обосраться. Серьезно. Зачем на квесты ходить? Вот он тебе квест, ну, пожалуйста. Обосрись онлайн называется. Ну, вот это сюда. О, пришли. Там крюк висит. Я видел, но все наверное. Мьер? Не надо к ней идти, не надо, не иди к ней. Да как что нам делать? Не надо. Нужен был торез. Нет. Я понимаю, но, блин, нам дальше другого так, времени. Блин. Не надо к ней не идти. Давай по чесночку все. Давай, не надо к ней идти. Давай, баба. Ладно, давай смотримся сначала. Тут должно все безопасно должно быть. Ну просто комната. Скорее всего, обшита. А, это обои такие, наверное. Это не Мия, наверное. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. Зря ты сюда пришел. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Она обдолбанная, походу, в наркоте. Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. Бабушка, we need to go. Уходить. Daddy? We need to go now! Какой папочка? У меня ни оружия, ни хрена нет. Какой папочка? Твоя папочка здесь я. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Babe, you've been gone 3 years. Да давай не будем выяснять отношения, будем как-то отсюда выбираться, really нет? Been 3 years? Мне кажется, сейчас будет момент из трейлера. Типа, добро пожаловать в семью. Блин, иди-ка ты вперед, короче. Я не пойду куда-то домой. Вот так. Иди вперед. Кто здесь? Обернись. Нет. Сеня, блядь. Не крапи. Чего она ждет? Тебя. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Сюда, по-моему. Ну вот давай. По-моему, так иди. Обернись. Нет, я не буду. Хорошо, нет. Обернись. Нет. Иди сядь, обернись. У них такой, блин. Иди, давай, блин, стоит. Обернись. Мия. Нет. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Давай не будем выяснять отношения с дурочкой или что? We have to go this way. Вот и пошли. Фух. Все хорошо. Блин. Я же знаю, что должно что-то быть, и просто не могу поднять момент, когда. Are you sure you know where you're going? Family used to bring me food. Они здесь приносили мне еду, я вспомнила. Протиснулась такая, такая. А папочка такой худой, что он здесь тискается все время. Слышь, я не могу протиснуть его. Так, блин, я не могу что-то расслабиться. Да ты что? Да, я вообще не могу. Вот, пришли. It's there. This is it. Ну, на месте, открывай. Ну, тут светлее. Чуть-чуть. Я помню эту комнату. Здесь другая дверь, вот я точно знаю. Ищи. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be мы станем одной семьей, раз уж ты пришел. Здесь I'm другая sure дверь, я точно знаю. Смотри, ей плохо или что?
Я знаю, что сейчас будет. Я знаю, что сейчас будет. Поставь на паузу, я тебя прошу. Нет. Давай соберем сейчас. Тихо, тихо, все. Так, ребят, ладно, сейчас. Ты я просто ты знаешь, ты сейчас что-то будешь. Я тоже знаю, я знаю, что ты. Меня подгорает вообще сильно. Может, свет врубим? Свет врубим? Да. Да, давай, наверное, свет врубим. Подожди, я здесь врублю, давай. Потому что это реально просто жопа горит сильно очень. Нельзя в ночь в такую игру играть. Stay here, right? Без 24, это просто жесть. Так, немножко легче, немножко легче. Обернись. Сейчас. Обернись. Хлоп. Короче, я пошел типа двери искать, я понял. Что, это папочка или что? Mm-hmm. Да. Походу он. Блин, только не вплотную, я прошу, только не вплотную. Оп, кукла. Это Мия, что ли, наша? Не знаю. Её потащили куда-то или что? Вот им и нету. Смотри, у меня мурахи идут, я клянусь тебе, смотри. Да я вижу. Чё такое сукунишка? Я не ожидал, что я такой буду. Добро пожаловать в семью. Не, ну, наверное, всё-таки надо там всё посмотреть, чтобы мы вышли. Не, Вика, слушай, ты правильно шёл. Давай, ну, всё-таки посмотрим, всё там. Может, там дверь это открылась? Сильно успокойся, я тебя прошу. Чё-то свет вообще не помогает. Мне помог. Тебе помог, сядь-ка сюда поближе. Нет. Что это? Нет, блин. Не пройди туда. Тут ещё и второй этаж есть. Надо сюда его затащить, сюда. Затащил нашу подругу. И тут опять темно, блин, я не вижу ни хрена. Вот, я вижу только свет. Оп. Вот не люблю я таких вот обстановок, блин. Слушай, мне кажется, мы достаточное количество времени простыли. Карта гостевого домика у нас есть теперь. А, вот где я. Сейчас типа ванная будет слева. Я хочу оружие, реально, я хочу оружие, чтобы я бы хоть чем-то биться. Вот аптечка, знаешь, сейчас что-то трешак начнется. Две аптечки. Я буду сейчас с папочкой драться. На улице погодка испортилась, там ужасно. А вкусный. Ну иди к папочке. Ну пусть стучит, я в туалет пока должен сходить. А где он стучится? Посмотри, что там дальше. Здесь? Нет. Где он стучит, посмотри? Вот началось. Блин, я слышу, что-то там что-то происходит. Что, я могу видеть, что происходит? Сопротивляться. Нажимай на дверь, что? Да. Блин, ты падла жесткая. Ты не наш или Мия, блин? Мия? Ты что, дура, что ли? Блин, взгляни на мои руки, я реально умираю. Я не знаю, блин, она походу реально подарит, она долбанная. Я сейчас сдохну, блин, как мне нужно нажимать?
her. Смотри, ее плющит, это вообще пожесть. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Бей ее, убивай, убей ее. Не, нельзя трогать. I deserve this. Смотри, она вообще больная. What the fuck are you, Mia? Спорт за аптечку. Сейчас еще заразить на чем-нибудь, потом мы у нас будем люганать. Люки летать. Нормально мы идем по плану? Вообще не по плану. Мы же на лестнице были, как мы тогда чутились опять. Что? А, тут закрыто уже. Пора обернуться. А телефончик не работает? Алло. Занято, ничего себе. Мне уже кофе остыл. Это очень интересно, да? Ну, правильно, по мне и прошелся, нормально, ничего страшного. Так, тут мы побыли, тут по-моему ничего не было. Здесь было закрыто дверь, если я правильно понял, но и там закрыто. Так, тут нет дверей. Вот здесь должна быть открыта теперь, по идее. Тоже закрыто. Хорошо. И куда же мне туда идти? То есть две двери закрыты, но с коридора она только остается. Либо сейчас в коридоре, да. Надо еще раз идти сюда, Миша. Никто не моется в душе, нет? Все хорошо. Все хорошо. А тут ничего нет. А, мы там аптечку брали, там. Ну тут тоже ничего нет. Да. Там какой-то плащ. Для бумажки. Ну, закрытая дверь. Окно. Нет? Что я должен сделать-то? Мне никак не поможет. Интересно. Здесь ни хрена не могу сделать. Может еще раз я поможу? Я уже занят. Мия слегла. Ключи короче еще раз карту. Ну вот, я в коридоре пишу, заход в ванную и две закрытые двери. Да, и все. Больше ничего нет. Выясните, что с Мией. И как я могу выяснить, что с ней, если я... Как бы... И че как бы в эту дверь, которая справа? Вообще не выходной. Да. Мне бы куда-нибудь... Тут нет замка? Что-нибудь? Она закрыта, вообще не открывается. Она вообще не открывается. Здесь я не могу болтарезом, да, использовать, наверное, ничего. Темный код раз справа. Смотри. Видишь, еще. Нет, назад выйти. Вот слева. На плитке. Может туда зайти? Как? Да нет, я даже не знаю, что это. Ну что-то двери. А, боже. Как-то
Пока непонятно вообще. А, я... Сатурн, блин. Рубани ты ей уже. Ты, блин, ты дура, блин. Ты серьезно, что ли? Тупая? Да щекни ты, блин, ее топором. Ты можешь ударить ее. Не могу. Вот раз удари, да попади ты по ней. Сей, не трогай меня. Блин. Как школьник, который делает. Все. Смотри, я нормально сразу стала. И умерла. Папочка придет. Сильно не пугай меня. А топор ты не хочешь забрать? Верни. Телефон звонит. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? Let me tell you. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Иди туда, немедля. Походу нас ждут. Ну, нам бы вооружиться. А почему вы это? Подожди, давай лучше там, блин, может оружие хоть будет. Нет. И Мии уже нет, посмотри, да? Синь, ты можешь лечь? Хорошо, мы чикать все можем туда. Куда мы еще можем залезть? Через чердак, она сказала, можем идти. Я, блин, сейчас рыкну тебя. А, все, через чердак, понятно. Короче... А, мы здесь уже были. Ну да ладно, а почему не всегда? А почему он закрыт уже? А, вот, открылся. Ты задолбал, или же ты прячешься? Подожди, гостиной мы были. Не были. Она сказала, куда мы можем? На чердак. И немедленно иди на чердак. Немедленно иди на чердак, если мы тут были. Иди, мы тут были, иди на чердак, ты задолбал. А что там горит? Ничего там не горит, иди на чердак, я тебя прошу. Вот это что? Вот, наверх. А, мы не можем посмотреть. Да мы тут были, иди на чердак. Я сейчас буду топором рубить вообще по жести все, блин. Можно я сохранить еще разок? Фух, так. Так а чё, я-то на чердаке? А, на чердак, наверное, туда. Вот как раз через гостиную, вниз туда. По лесенке, да? Не туда ли? Или здесь может что-то? А, подожди. Что я туплю? Чердак. На карте написано чердак? Скрытый коридор, черный ход, гостиная, ванная, склад, хранилище. Склад, хранилище и сказано, комната. Да, нет. Я проверю, там снизу наш. А вот чердак. На третий этаж надо как-то попасть. Телефон дай мне. Третий этаж. Туда-сюда. И еще где-то здесь должна быть лестница. Или это и есть третий этаж? Слушай, уже 45 минут. Я думаю, этого достаточно. Нет, его мало еще. Это не очень мало. Паш, как нам попасть на третий этаж? Лифт приноси. Так,
Чёрт. Ты мне скажи, к нам когда-нибудь заходил уже? Сейчас смотрит на. Ну понятно, что поздно уже. Поздно. Странный чердак забраться. Короче, не стоит кичи. Тут же ничего нет, ничего нет. Значит, это конечно зима, значит. О, открыто стало. Закрыто. А тот вход. А, открыт уже. Так он и был открыт. Ну да. Мы все с него пошли. Так значит, как-то сюда надо идти. Сейчас должна быть лестница по-любому. Потому что, смотри, идите на чердак. Чердак вот первый этаж, второй этаж, третий вот на чердак. То есть по этой лестнице, наверное. А, ну чисто нет, значит. Где-то здесь лестница, вот она. По телевизору ералаш один. Это здорово. Так, подожди. Если третий этаж, то где-то пойди на нам лестница должна быть, это там. Опа. Лифт. Не работает. Не работает? Да блин, зачем это делать? Может заработает? Да как на центр попасть? Если нам еще дать надо. Вон там перевертка. Вот туда куда-то нам надо. Туда попасть. А может мы теперь уже можем ящик открыть, у нас же есть эта хреновина. Может там что лежит. Там же получается где-то есть этот. Туда надо что-то вставить, там что-то должно быть сейчас. Ну конечно, предохранитель. Помнишь, там лампочки горели? Да. Мы сейчас ставим его туда. Все будет окей. Получается в гостиной, да, там? Мия? Я шею чикнул уже. Рич Бёрдс, заработай на своих яйцах! Какой нахрен Рич Бёрдс, блин? К нам присоединилось более 1,5 миллиона участников, которым мы уже выплатили более 20 миллионов. Что вы обосрали своим Рич Бёрдс, блин? Так, у нас получается там, да, гостиная была? Нет. А это не точно. Да, вот здесь. Во. Все, теперь еще заработает этот лифт. Офа! Со своей... Слышь, такая спокойная, это я. Я знаю, говорит, ты это не нарочно. Твою мать, блин.
It fucking hurts! Ты прикалываешься, что ли? Да вынимай ты эту хреновину. Блин. Блин, это просто жесть, на самом деле. Я ничего не могу сделать, понимаешь? Это просто жесть. У нас аптечка, да, зальемся, а не сдохнем. Ты прикинь, какая она тварь, блин. Мия, нахрен ты мне устралась бы, я бы еще дома сидел. Он уже с передвижением работает. Опачки. И кто ж нас там ждет? Там же Зоя. Слушай, нам как-то надо инвентарь открыть и взять все это, блин. Я не знаю, как его брать. Оп, ствол есть. Пистолеты и ствол. Это шикардос. А я знаю, что сейчас будет со стволом. Не надо его. Окей. Прицелиться, атаковать. Угу. Почему она закрылась? Сама причем? Блин, не кряхти, чувак, я и так, блин, ссусь, ты жестко. Я уже стрелять хотел, серьезно. Еще патроны, это хорошо. Их уже две, она же была одна. Смотри. Да если ты нахрен положи их. Оп. Фак, блин, подождите, ребят. Как будто это контра, все, соберись и давай покрутай. Ты ж контру тащишь, как боженька. Блин, ну просто вообще сыкотно, реально, очень сыкотная игра. Я вообще не советую в нее играть детям, вообще не советую. Потому что... Ой, еще патроны. Значит, что-то будет мясное просто, если столько патронов. Ну, я так и понял, что я сейчас ее открою, и что-то будет интересное. Не кряхти, блин! Оп. Вот эти дамы вообще меня смущают по жести. Вообще. А вот это ж, вот оно что. Ух ты, нет, туда не пойду пока. Да ты гонишь, что ли, блин? О, фак. Отойди от меня. Ты сдохнешь вообще, нет? Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Фух, блин. Я ее лучше не буду трогать. Обернись. Блин, вот эти штуки, можно ее завалить их? Чтобы они упали, можно? Вот так. Блин. Ай! Нас. Блин, ну вообще жестко. Эти грибы на мурахи не проходят уже час.
Вообще трэш, блин. Интересно, какой у него геймплей? Смотри. Хрена себе, теперь дальше не здоровая. Блин, это просто очко, не игра, реально очко. Обернулся и реально сейчас пересрал, когда я его увидел, вообще пересрал. Don't die on us now. You have work to do. Она меня пристегнула? Да, видимо. А у меня аж руки не было левой. А, она ее пришила этими скобками, что ли? Я предлагаю закончить. Еще миссию пройти. Проснись, пояс, Соня, пора ужинать. Сырет, придурок, кидайте меня. Ешь, это вкусно. Можно втащить меня? Ох, бабка, трупы, она с нами за столом сидит. Ой, это дерьмо называется. Он не ест. Блин, мне кажется, мне здесь не рады. Без руки спокойно пошел открывать ему двери, да? И чё я, блин, с трубаком здесь один на один буду сидеть или чё? Вообще шикарно, блин. Просто шикарно, блин. При свечах. А, меня же не предупреждали. Гараж. Ее можно сломать, только ты должен взять свой топорик. Что у него в гараже есть? Вот это гараж. Ножик, значит, нам нужен будет. Нам нужен будет ножик и топорик. Угу. Угу. Что это за лаги такие? Все, я тебе буду заканчивать, уже компьютер не работает. А тут нужен ключ. Раз больше часа постелил, получается. Смотри, сколько вкусняшки в холодильнике. Это да. Очень много. Мужчина 39 лет, тощий, суп-бумба. Давай. Смотри, старуха сидит. Кто сидит с трупом? А, она сидела. Ничего не понимаю, что за входы такие. Везде позапил. О, он стоит, смотри. Не иди ты к нему.
Thought you'd just slip out before dinner was done? Смотри-ка, ободрил это. Можешь убить его? У меня ничего нет, но я могу убегать только. Убегай. You're part of the family now. А, там же выхода нет. Ой, блин, ты можешь на него так жестко, чувак. Что за здоровье все плохо. Ну что, я еще трубку держу. Где ты куда? Ну все. Я не знаю, что мне делать, Паш. А, по коридору. Аптечку не могу использовать. Обои. Ключ от люка. Но не поможет. Хорош. Это все, блин. Что такое вообще? Ну все на ключ нажми. Мне руку сломал. Человек без семьи. Ладно, ребят, давайте, наверное, завтра попробуем у этого чувачка положить. Я сегодня думаю, хорош. Очень мощная игра. И явно не для ночи. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Это было ради вас, и это очень жестко.